Excellent hunting, Stuart. You have found a face block. You'll need lightning reactions to beat this challenge, Stuart. Go, Stuart. You managed to score enough points to be awarded a jeweled ring. Congratulations, Stuart. You've collected enough jewelry to enter the next level. Привет, Марлен. Я включил превью. Вот. И почему-то мне показалось, что я включил, короче, стрим. Вот. И сидел 20 минут, играл, думая, что я стримлю. Здесь вроде все у нас, можно сваливать отсюда.
А, вот еще одна комната, кстати, где мы не были. Надо зайти, как же так? This is turning out to be. Ouch. В предыдущем левеле, по-моему, мы не открыли сундук. Ну, в принципе, это не так важно, я так понимаю. Excellent hunting, Stuart. You have found a face block. Привет, апдейт. Yes, I've done it. I've collected enough cat biscuits for Snowbell to trade with Monty for another ring. Now, where was that cat bowl again? Том и Джерри напоминает? Ну, не знаю, не, в Том и Джерри там вообще в трехмерных своя фишка. Там, по сути, это аренный файт один на один с использованием окружающих предметов. Вот, а здесь нужно как бы собирать какие-то вещи. Такая коллекционка такая, короче. Трехмерная. Привет, Гора. Ну так, да, внешне напоминает чуть-чуть. Кстати, вот жалко то, что потом у Джерри ни одной вменяемой игры толком и нету. Есть только, если я не ошибаюсь, на Turbo Graphics, по-моему, Том и Джерри нормальный, который прям вообще интересный. Или на геймбое, что ли, на каком-то. Короче, на какой-то такой консоли. Не особо сильный, но тем не менее он там крутой. Ага, теперь наверх как-то. Это с кровати, наверное. Выкладываю, ну, по возможности какие-то стримы выкладываю, которые прям вот прохожу от начала до конца игры. Рекламу? Да нет, это там... Там даже... Больше скорее цель просто как хранилище.
всех этих файлов. Не для популяризации однозначно. Так что реклама там ни к чему. Как-то на кровать. По-моему, с пола там где-то будет. Так, а как же на второй ярус попасть? А, тут канат был, да, с помощью каната? Окей. Ауч. Так, и теперь еще у Сноу было еще одно кольцо на выходе. Токи. Че, пол игры практически уже позади. Okay. Now, if it gets too cold or too scary, you just tell us. Don't worry, Dad. I can handle it. Yank on the string. We'll pull you right up. Will do.
Нужна ли помощь добраться до труднодоступных? Да нет, наверное, и так все понятно. Ни к чему тут разглагольствовать. Опасайся этой слизи. Мне придется тебя вытаскивать. Мне нравится тон, с которым она все время говорит. Так, рассудительно, спокойно. Скачал эмуль 3DO и тестил. Игру скачал эксклюзив для 3DO. Ну и как? Все норм с эмуляцией. Кстати, в том левеле я так и не открыл. У меня был ключ, но не открыл. Давно Куб не смотрел это глупое до ужаса кино. Надо бы пересмотреть. Просмотр безобидной ерунды успокаивает нервы. Какое кино? Вот это? Иори. Доктор Хаус. Ну, это старое... Если ты про Стюарт Литтла. По-моему, 99-го года, что ли? Или попозже, наверное, да? 2000-х начало. Тогда все были такие. Домашние комедии. Не, я не с ноутбука стримлю, я вообще с консоли стримлю. И с пики на данный момент. Левелы стали большие такие. О, скейт, кстати. Можно заценить мини-игру. Тебе нужно подобрать 25 звездных штуковин за выделенное время. Для выполнения задания используй наклонную платформу и кнопки прыжка, чтобы подпрыгнуть высоко в воздух. Катиться влево-вправо. Левый рычаг. В воздухе поворот Стюарта. Короче, понятно. Не-не-не, ну к пеке подключена, я же говорю. К обычному компьютеру. Через карту TV-Tuner, типа. Кот в шляпе — это не очень удачная экранизация классического произведения, поэтому его лучше не смотреть. Это дичь какая-то вообще для маленьких детей вообще, прям абсолютно. Совсем-совсем маленьких. Ну да.
Привет, белозист. А, блин, ну повер... Ас в скейтинге. Под ас. Yes, Stuart. You've collected another jeweled ring. А, город, да? Они все такие. Я, ну, как бы сам не играл, я видел просто. Мне этого хватило, я даже не стал заморачиваться. Она такая же, как и, в общем-то, на GameCube, как и на PS2. Везде одно и то же, короче. Суть одна и та же. Бегаешь, кидаешься друг в друга. Всякой фигней. Что это за хрен? А, улитка, типа. Так, сколько всего? Два? Первый бокс, ну блин, мне на самом деле ничто не мешает как бы скачать и записать любую игру абсолютно. Так, по сути, получается, все есть игры, просто нужно время на это. Вот, а записанных, если ты имеешь в виду записанных, не так много. Штук 20, наверное, 30. Ну и то, там какие-то половины не запускаются. Ну не половина, ну короче, одна четверть точно. Не знаю, с чем это связано, короче. Так, вот тут можно уже в эту дверь пройти. Ну, вообще образы вроде скачаны с этого самого сайта, на котором все образы типа чекнуты. Для Xbox специальный такой сайтец. Я просто подозреваю то, что они криво разбиты на разделы, возможно. Или я их криво собираю потом. Непонятно. Короче, бывает просто в нескольких частях. Архивы.
Короче, не ясно. Да в гугле вбей Xbox ISO download, и вот самый первый будет, короче. Что это за хрен? А, это гонка. Окей. Я думаю, стоит посетить. Hey, life is an adventure. But if that's not enough for you, go and race this bug. If you win, you'll be awarded with a jeweled ring. Чтобы надеть обувь гонщика. Короче, опять гонки. Блин. Нифига! То есть вот так вот даже, да? Я что-то даже не ожидал, что прыгать придется. Куда ты, ёлки? What happened, Stuart? Did you trip? По-моему, там переведенный ром был. Я не помню точно. Надо смотреть. Сейчас, секунду. Да ёлки. Почему так? Ай, блин, пропустил ворота. Ну вот.
Ай. Мне здесь надо, чтобы прям как-то не заносило. Желательно отпустить вообще разбег. С жуком на перегонки. Жесть какая. Ну, ё-моё, ну почему? Ой. Он меня отталкивает прям, я когда... С ним равняюсь, он меня, короче, отталкивает в сторону. А я его оттолкнуть не могу, он на рельсах. Будто бы. Да иди ты... Блин. Эй. Все, не успел. Ты проехал. Да черт, ну как так-то, а? What happened, Stuart? Did you trip? Если бы он меня не отталкивал, я бы его давно уже обогнал. Еще на старте. Ай. Еху. Wow, Stuart. Really made him eat your dust. Да я бы не сказал, на самом деле. Yes, Stuart. You've collected another jeweled ring. Hey!
А, нет. Блин, подыши, все сначала просто. Весь этот путь проделывать. Рассказал Кубу про две локации кослы, которые только на Сатурне есть. Интересно стало, он японский язык словно сшитый из смурфиков. Я не знаю, Куб, я не помню настолько детально, что прям отличия такие. Ауч. Ауч. Прям 102 далматинца сейчас. Блин, не получится у меня этот левел завершить, к сожалению, надо будет заканчивать сейчас уже. Я думаю, вечерком я его добью тогда. Так, здесь все получается, да? Возьму. Ой, 40 минут от стрима. Нет, так не пойдет дело, что за фигня. Совсем маленький стримец получился. Бывало и меньше. Не, ну просто сегодня я как бы планировал на самом деле постримить, но так как позвонили, сейчас надо будет ехать уже. Я думаю, что 15 минут можно потратить на Killer Instinct. Вспомнить навыки. Awesome! Ready!
Я вот пытаюсь новые комбинации связывать. Получается, на самом деле, более-менее. Я только не пойму, правда, какая из комбинаций сильнее. По дамагу. Привет, чудак. Ну да, я же старый любитель. Конечно.
Блин, он практически все время блокирует этот выпад. Практически все время. А, помню, как умел как следует за Джакса комбить. Ну, в МК там другое немножко. Ну, в смысле, как немножко, там вообще все другое. Здесь больше как в Street Fighter. Такие темы. Хотя свои связки, короче, такие чисто присущие только киллеру. Своя система, точнее. Да ты достал, ёлки. Ну, стойка ассоциация. Блад. Интересно, на нормале хоть раз получится у меня пройти без смертей против компьютера. Мне кажется, это очень сложно. Ого-го-го, Тандер в конце столбца, это жестко. Хотя... Да-да-да... Надо... Ололыщ. Не, он алалыщ кричит. Я не знаю, что это значит. Thank you.
Кто? А, бич? Не-не-не. Ну, что-то там какой-то боевой клик кричит. Клич, точнее. Как Рейден, чисто в МК. Просто какую-то околесицу. Блин, на этом геймпаде у меня почему-то не получается вот из этой позиции вовремя сделать разворот вот этот. Да, замучил. Ах ты. Начинается, блин, с самими комбо-брейкерами. Блин, вот из этой позиции вообще сложно сделать разворот этот вовремя. Это практически нереально. Почему? Так мешает, черт побери. Давай, Куб, удачно пропылесосить. Я надеюсь, они прочитают это.
уже другое дело. Ну, как-то так. Друга детства была Супер Нинтендо, тоже был коррект с Киллер Инстинктом. Ну, по-моему, да. Ладно, короче, с айдолом я не буду сражаться. А, или, может, разок попробую, если получится. У меня вроде вчера неплохой трайп вышел с ним. Получается. Ну, короче, если несколько раз, на самом деле, с ним потраить, то можно там убить его. Но мне каждый раз лень. Меня больше всего интересует сам столбец, нежели чем айдол. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Я на этом закругляюсь. Возможно, сегодня вечером... Ой... Да, да вам спасибо, что пришли. Возможно, сегодня вечером что-нибудь буду еще проходить. Вроде сегодня денек такой свободный. Все, всем пока.